ОБСЕ соберется на специальное заседание из-за эскалации конфликта в Донбассе. Сегодня состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ по ситуации на Донбассе. Инициатором созыва заседания стала Сербия, которая сейчас председательствует в организации. С докладом о ситуации в Донбассе выступит председатель специальной мониторинговой миссии Эртугрул Апакан. Он также проинформирует представителей 57 стран об усилениях миссии по наблюдению и созданию условий для урегулирования конфликта.